Что такое root-права для Android? Термин root пришел из Linux-систем. Это права суперпользователя, которые предоставляют владельцу телефона или планшета полный контроль над системой. Root-права дают возможность редактировать и удалять любые файлы и папки, в том числе и системные, использовать особые возможности телефона, например, записывать видео с экрана, делать скриншоты или поставить пароль на папке. Также root позволяет устанавливать приложения, которые могут взламывать те или иные игры. Существует три вида root-прав. Full root – это полный root, он открывает все скрытые возможности системы. Shell root ведет себя так же, как и полный root, однако не дает доступ к разделу System. Temporary root – временный root, который исчезает после перезагрузки устройства. Учтите, что если вы не разбираетесь в данном вопросе, то лучше не ставьте root, потому что есть возможность, что вы можете повредить системные файлы и устройство перестанет запускаться. Также стоит помнить о том, что при получении root-прав теряется гарантия на устройство, поэтому если с ним что-то случится, бесплатно его чинить не станут. Впрочем, если успеть удалить root-права перед обращением в сервисный центр, гарантию можно вернуть.